Вот сено какое, прям зелененькое, красивенькое сено, хорошенькое сено, прямо вот. Так, пойдем за косей. Кося у нас начала выпасаться. Потихоньку приучаемся к траве. Трава — это новый корм в этом году, поэтому много сразу кушать нельзя, так как у этой лошади слишком ленивый коневладелец. Я научила его, то бишь я, научила на цепи пастись. Поставил лошадку на цепь и ушел. Мы же в деревне, да, Джуник? Поэтому все прикольно. Цепь такая, что вдвоем еле с ним перетаскивали. Помню, по полю тащили вдвоем. Он хитрый. Научился ее рывками тянуть. То есть он перетягивает рывками все время. Во. Вот, да, Джуник. Все, Джуник уже обед. Говорит, забирай меня с пастьбы. Пойдем обедать. Да, Кось? Ну все. Идем домой. Ну, карабинчик. Тут вот на карабин. Уже вот раскрутился карабин. Подтянем цепь. Ой. Цепь. Угу. Ты хочешь кушать, Джоник? Сухарик будешь? Ну все, пошли. Пошли домой. Пойдем, пойдем. Уже все домой заходят. В конюшню заходи. Заходи, заходи, не бойся. Заходи. Джон, иди сюда. Вот тут. Иди, иди. Все, иди домой. Заходи. Давай, не долзик с ним. Джонь. Джонь. Денечок у нас чистенький. И тут сено. Тут хватит кушать. Ты же кушал уже. Тут кушает и кушает. Скоро же опять как колобок станешь. Хватит хомячить. Кось. Сено кушает и кушает. Кушает и кушает. Кушает и кушает. Почесаться удобно, да?